Конечно. Денис, мальчик, все кричали и плакали. Он хотел жить только в этой стране, прославлять только эту страну. Великий сын своего народа. Большое спасибо родителям, что они воспитали такого уникального человека. Мне посчастливилось работать с ним. У нас не было такого прецедента, чтобы какой-то из олимпиоников вообще так много сделал. Он написал рассказы, он написал сказки, он написал музыку, он написал очень много замечательных стихов и песен. И я надеюсь, что народ, в котором он вырос и корнями пророс в эту землю, будет помнить его вечно, так как мы будем помнить любящие его люди, столкнувшиеся с его талантом, мы будем помнить его вечно. Скорбят все. И мы тоже будем проводить много разных соревнований, посвященных ему, пока мы живы. Денис, это есть символ чистоты, патриота, настоящего героя именно с сегодняшнего дня, потому что ему всего лишь 25 лет. Он ровесник независимости, он настоящий представитель сегодняшней нашей молодежи, которую мы воспитали, которую воспитали его родители, из которого сделали настоящего великого человека, спортсмена. Он будет символом вот этих качеств для нашей молодежи. Я думаю, что многие, даже начинающие спортсмены, будут приходить сюда почтить память, дань уважения. Великий, выдающийся, гениальный наш Денис.